рыбалку с Эдуардом. Преодолеваем барханы здесь такие снежные на Невушке. Эдуард вон там рулит вовсю. Надеюсь, будет интересно. Всем приятного просмотра. Сейчас доедем, включимся. Так, в общем, добрались до Желец. Здесь вот знакомый рыбак еще. Тоже подписчик Фарид был. Ну, он мне позвонил, сказал, что сработки есть. Вот мы сейчас пришли. Пока вижу раз, два. Так, три сработки. Сколько? Три сработки, да? Три сработки пока видно. Сейчас будем по очереди проверять, смотреть, где что сработало. Где-то, может, самострел. Где-то, может, щука. Сейчас видно будет. Там еще без флажков стоит. А, еще без флажков у Эдуарда есть желец. Они тоже могли сработать. Он купил желец, и этот не проклеил, не прошил. У него флаги отлетели. Так что еще, может быть, есть какая-то сработка, которую не видно. Так, ну ладно, пойдемте проверять. Первую сработку по очереди посмотрим. Да, там захват, если там найдешь. Так, что проверим? Смотано. Желец. Да. Ну, коряжник рядом, да, может. Натяжки нет. Да, она может под лункой стоять. Вот сейчас натянула вроде. Посмотрим сейчас, что там. Лунки уже подмерзли. Подмерзли? Да. Не подмерзли, так затянулись. Куда-то зацеп... а, зацеплен. Окунь. Да, окунь. На окуне, видишь, сработало. Ну, на брызги хотя бы. Не. Ну, это... На, так, на пару порезов есть? А, да, есть вот чуть-чуть зубки. Ну, на окуне не так сильно видно. Живой нету? Не, мертвый. Да, не крупная щука была, скорее всего. Если даже не содрал ничего. Мелкая какая-нибудь. Сейчас живца поменяем. Мы поставили, короче, и карасиков, и окуней на желец. И вот первая сработка пока на этого. На окуня была. Ты не смотрел, живой нет он? Хороший. Я спрашиваю, живой нет? Он говорит, хороший. Значит, может, не живой быть. Он вообще не живой. Там живых нету? Мертвец, короче. А, спасибо. Что-то ветер поднялся, да? Температура где-то минус 12 сейчас. Примерно. Так, вот так вот через жабры поставил заново. Перезарядил. Во, вот это активный этот живец. Сейчас надо закопать эти лопаты, что ли. Спасибо.
снег какой-то деревянный вообще. Мы утром, когда ставили, замучились снег находить такой, ну, который как песок. Приходится вот так вот снег измельчать и закапывать. Так, ну ладно, вроде нормально закопал, не замерзнет. Так, ну ладно, пойдемте проверим другие желез, что там сработки какие есть. Так, проверим эту железу. До стопора смотано. Здесь вот Эдуард палку поставил такую. Это как метка. Здесь окунь стоит, значит. Он крупным окунем мы здесь поставили. Может, даже самострел был. Пока непонятно. Натянуто, да? Что-то дергает вон желез, шевелит. О, щука там походила. Да, да, шевелит. Прям смотри, как шевелит желез. Вон, видите? О-о-о. Там щука должна быть. О! Ничего себе! О, тянет! Сопротивляется. Нет. Дергает хорошо. Да, есть, вот она. Зубастая, вот она. Да, такая, среднего размера, где-то полтора, наверное, килограмма. Есть, первый взят, ребята. Отлично. На самого крупного окуня взяла. Сейчас сразу захватом захвачу ее. Да, здесь самый крупный окунь стоял, который был. Представляешь, да, выбрала из всех живцов, которые мы ставили, там помельче окушки были, там карасики поменьше. Выбрала именно окуня. Сейчас вот покажу вам. Ну, в принципе, могла даже сойти, он даже не в пищеводе у нее. Да, это которого за спину я цеплял, окуня. Вот сейчас крючок вытащил, сейчас хоть пытаюсь окуня вытащить. Так, придержить пасть вот так. Окуня хочу вытащить. Вот он. Вот такой вот окунь стоял, представляете? Чуть от солнца отойди, пожалуйста. Закрываешь. Тень. Вот такой вот окунь стоял. Вот. И был зацеплен за спинку. Крючок был не в пищеводе у щуки, а был вот зацеплен за небо, за верхнее. Такая где-то, думаю, килограмма. Полтора. Можно здесь? Сейчас у меня весы есть в этом. Это полторашка, думаю. Кило 440 минус захват, который как раз 40 грамм весит. Кило 400, в общем. Вот такая первая рыба сегодня, ребята. Вот такая красавица. Кило 400. Отличный результат. Сейчас эту железу переставить надо и идти проверять у Эдуарда. У тебя там монстр должен сидеть.
такого карасика выбрал, который более-менее живой такой. Сейчас массажил его через жабры. То есть пока вот на данный момент две сработки, которые были, вот одна реализованная, как видите, другая нереализованная, обе были на окуне. То есть это именно для тех информация, кто пишет, кто писал там мне то, что карась лучше живет, чем окунь. Вот имейте в виду то, что на окуне получше сработки. В начале зимы поменьше было. Глубина устанавливалась, а сейчас вот побольше, потому что лед потолще стал, и сейчас побольше устанавливаю. Так, эту палочку здесь оставлю, запомню то, что здесь была поклевка, сработка, но теперь уже на карасика. Окуней же нет у нас больше, да? Все окуни сдохли. Окуней Эдуард накануне наловил. Так, лопату мне дашь, я закопаю. Так, пойдемте Эдуарда посмотрим сработку. Эдуард сейчас будет свою проверять жерлицу. Сейчас, подожди, Багорик приготовлю. Что-то движение какое-то было, что ли? Да? Что-то я увидел тоже, жерлица зашевелилась как будто. Так, сейчас, Багорик. А где Багорик у нас? Багорик не там остался? Ты не видел Багорик? Угу. Там остался, что ли? Походу, там остался. Да, там остался. Так, ладно, откапайся пока, я сейчас за Багориком схожу. Да, вот он лежит. Я здесь шел. Видимо, волокушу плохо положил, он вывалился. А, недалеко. Сработка там недалеко вот. Видите, была одна от другой. А, меня не стал ждать. Вытащил. Вот меня не ждешь. Вот тебе Посейдон. А? Меня не подождал из-за этого. И что ты меня не ждешь-то? Весь искусом. У тебя еще накидало петли, смотри на это, на жерлицу. Нет, там... я только что. А ты что? Да. Ты мотал, что ли? Да нет, я когда достал. Так, вот такие вот пироги пока. А? Нет. Да, сейчас пойдем еще сработки проверим, там, если будет, включимся. Вот солнце зашло уже вот с другой стороны. Видите, красный яркий закат такой. Луна вообще красота прям. Да, красивый закат сегодня. Вообще класс. Ну что, это уже следующий день. Иду к жерлицам. Время послеобеденное. Мы жерлицы оставили на сутки. Сейчас пойдем проверять с Эдуардом. Эдуард меня не дождался, уехал на Невушке. Хотел дорогу там пробить и застрял. Вон там, вон впереди Невушка. Нет, все равно ему надо заехать, застрять. Я, говорит, ключи оставлю, кому надо, пусть забирает. Если идти минут 15. И минут 15 идти, что ты сюда заехал-то? Погода классная, прогуляться можно. Вон как застрял, смотрите.
Че, тебе спокойно, не живется тебе, да? Я вышел, я 3 раза уже здесь застрял. Да. То есть один рыбак уже сутки просидел, уже один. Полторы сутки просидел. Я-то выйду отсюда. Ну да, я не сомневаюсь. Ты-то выйдешь. Так, что, погнали жильцы проверять. Там что-то какие-то люди ходят, там жильцы не забрали там у нас, интересно. Видишь, там люди? Прям где наши, что ли? Ну там где-то рядом они, но. Пойдем посмотрим. Так, в общем, мы добрались до жильцы. Спустя минут 20, наверное, у нас ушло на дорогу. Здесь вот один флаг стоит. Сейчас посмотрим. Есть там что-то, нет. Вроде до стопа рассмотрено. Так. Пешня по-любому нужна будет. До стопа рассмотрено, да. Конец. Такая температура. Ночью минус 20 было. О, натяг такой. Давай. Конечно, замерзло он. Там еще в комментариях спрашивают люди, а чего вы так много снега сверху ложите? Представляешь, нет, как отдалбливать? Даже... Можно другие жильцы просто взять, отрезать и все. Чтобы не мучиться. Я тоже так, я вот не подумал так. Так почему так сильно замерзнуть не мог бы? Потому что мы снег беспонтово выложили этот с комками, который. Пошло. Подожди. Тихо. Что, порвал? Блин! Порвали жилицу. Как, ты слабину дал, что ли? Да? Я же ее вот так просто сделал. Не надо было трогать ее вообще. Вот. Ага, вот есть. Достали. Достали, но рыбы нету. Блин. Такая вот дребедень получилась. Ну ладно, сейчас посмотрим. Может, еще где-то сработки есть. Просто вот так вот. Так будем мучиться сейчас вот удалбливать. Сильный мороз. Снег вот. Нормального снега не было, когда мы ставили. И закапывали снегом, который такой был. С комками, деревянный снег. Если бы был пушистый снег, то теплоизоляция нормальная бы была. Ну ладно, хоть этот, не обидно то, что этот, рыбы не было. Так, если бы рыба была, бы обиднее было бы. Если бы с рыбы ушел крючок. Что-то какой-то этот. Не Настя, да? Машина застряла. Я если вам расскажу, что вчера вечером было, когда мы отсюда уходили. Я не стал снимать, там темно было. Вы, короче, обалдеете вообще здесь, что было. Мы с Эдуардом застряли, короче, на Неве. Кое-как ее выкопали. Проехали там этот. Камеру закрываешь. Эдуард ходит везде, камеры меня свет закрываешь. Ходит, мне мешается, короче. Вчера застряли на Неве, кое-как ее вытащили, эту Неву. Потом мы ее только вытащили, короче. Еще один рыбак здесь знакомый был. На Гранте заехал за нами. Мы проехали там, намесили немножко дорогу. И он потом застрял. И он, короче, здесь просидел всю ночь. А, он машину оставлял вроде, да?
машину оставлял, он потом утром приехал с КамАЗом. КамАЗ, короче, тоже застрял. Короче, этот Посейдон всеми силами пытается, короче, сделать так, чтобы мы сюда не попадали. Или попадали, чтобы мы мучились, когда сюда попадаем. И по рыбе пока, вот видите, этот такой он жадничает. Так, ну ладно, сейчас жерлицы еще проверим следующие. Посмотрим, может, где-то еще повезет. Если удастся выдолбить их после такого замерзания. Надо сейчас будет поработать. Так. Сейчас жерлицы собирать буду. И, как видите, смысла на ночь оставлять нету, потому что замерзают сильно жерлицы. Накрывать нечем. Снег деревянный. Условия очень такие не очень хорошие для рыбалки. Так, а, пойдем другие копать. Ну что, друзья, я уже дома. Вот такая рыбалка у нас получилась. Я монтирую видео для вас. Ну, на днях выйдет, посмотрите. В общем, там какие-то слухи ходят про то, что YouTube хотят заблокировать. Но это уже 2 года уже об этом говорят. Если что, ищите меня на Яндекс.Дзене. Там также канал называется Рыбалка Мега. Ну и на Рутуб. Ну, Рутуб такая, какая-то плюшевая платформа. Там мало просмотров. Ну, Дзен там более-менее там смотрит. Если что, имейте в виду. Надеюсь, была интересна такая рыбалка. Хоть и по рыбе там слабовато было. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся на следующей рыбалке в следующем видео.